Ладно, похуй. Блядь, ну отъезжать это пиздец. Отъедь, блядь. Марк, чё, по минету расходимся? Да можно, братанчик? На мировой, так сказать, закончим. Короче, ладно. Надо размяться. Ебать, он заорал. Так, я музончик тогда обрубаю. Ставим на паузу. Музыкальную композицию приостановим, поставим паузу. Разъебемся по КС, разъебемся, братанчик, ща постреляем, только денемся. Звук пизде. А, бля, мне надо уши одеть, сорян, я забыл. Сейчас сделаем все. Что скажешь про Бумыча? Бумыч охуенный пацан. Блядь, сейчас опять. Я, короче, один раз поиграл на вормапе, потом захожу в фейсит. Я прогнозы запускаю, баллы канала. Да можешь запустить, я правда не знаю, что они делают. Сейчас, всех. Мне надо перерубить тут одну хуйню. И одеть наушники. О, блядь, ебать. Ебать ту Люсю. Бля, ебать, что-то я вообще отвык уже от квестки. Нормально видно, слышно. Все заебись, типа. Ничего не надо менять. Можно спокойно играть. На колонках, да нет. Че это, блядь, за звук, нахуй? Как будто поварёшка бьют по голове. Бля, ну поразминаться надо нормально так. Я что-то вообще игру не чувствую. Что-то неудобно. Да, блин! Наша хуйня. Чисто ради этого захожу. Пам! По лбу нахуй, кувалдой. Звук тихий в контре. Да ладно. Ебать, я тогда... А, подожди, сейчас я тут прибавлю. Звук тихий в игре. Если я громче сделаю, я вообще оглохну нахуй. А сейчас получше? Или нет? Или доминейнин конкретный? Ха, ебать звук, что это за нахуй? Поварёшкой нахуй. Доминейнин это, конечно, хорошо, но привыкнуть бы в игре... А, я понял, в чем тема. На меня еще свет этот ебаный светит, мне в глаза ебёт. Неудобно, на самом деле. Бля, и знаете, я еще что задумываюсь? Типа, у меня сенса пиздец маленькая. Я часто думаю поднять, может, ее. Задрочили меня. Сенс пиздец, на самом деле. Я иногда хуевак, я на нем вообще играю. Если б не эти боковые кнопки на мышке, я бы вообще не смог играть. Марк, секс будет? Да, будет. Мне надо ТЦ найти, где меня не знают. Не поверите, я в любой ТЦ захожу, меня там все знают. Меня это бесит, блядь, пиздец как. Вообще клинит. Бля, надо было М-ку взять. Бля, звук пиздец, конечно. Это хуйня. Блять, муравьин ебаный. Сенс пиздец. Знаете, какой сенс? Сенс 0.5. Боковые кнопки, но он типа поворачивается по сторонам. Вот боковая кнопка. Вот так ебашит. Я типа кручу налево и кнопку в этот момент жму. Вместе с кнопкой поворачиваюсь. Потому что если я так буду поворачиваться, это пиздец. Как-то пиздец. А прикинь, он внизу вот так. Типа вообще почти на максимум надо опускать. Трудно. Ебать, медаль. А что с медалью делать? А, ее забирать надо.
Бля, меня все ждут уже в фейсите, надо играть. Ну я хуёво размялся. О, медалька, медалька! А, ДПИ 800 вроде. Если честно, уже забыл. Но вроде 800 стоит, не 400. 400 я бы ёбнулся вообще. Блять, что за нахуй? Мне так нравится звук, когда в КС-ке убивают. Тебя прям хоронят под него. Вот в 1.6 не так было. Тут на туре, если получаешь, звук пиздец. Да, блять, я не могу вообще. Что за нахуй, блять? У меня вообще пизда какая-то. Посмотри. Не могу попасть. На какой вебке стримишь? Я не знаю, братанчик. Logitech какая-то там. 1010, 12. Ну, какая-то одна из нормальных самых. Бля, меня бесит. Я хуёво попадаю. Бля, пизда вообще. Что-то не то. Я не могу попасть. Вот вчера такая же хуйня была. Я на катке вроде выхожу, должен в голову давать. А он вечно куда-то не туда летит. Может, надо прицел поменять? Тикрейт, а чего тут хуйня? Сколько тут? 128, нормальный тикрейт. Я думаю, может, прицел надо поменять, попробовать. Я сейчас сохраню этот. Но сенс я всегда на таком играю. Прицел заебал. Надо периодически менять прицелы. Нельзя на одном долго играть. Бывает такая хуйня. Марк, как задонать? Не знаю, брат, там в описании ссылка есть. Короче, все, ладно, разогрелся, хуй с ним. Надо играть.